Добрый день, друзья! Сегодня я нахожусь в парикмахерской, которая находится в районе Маркиз де Вадея у Юлии Хорос. И сегодня мы поговорим о том, с какими проблемами и с какими новшествами столкнулись малые и средние предприниматели, а в частности парикмахерские. Юля нам расскажет о том, что сейчас творится с клиентами и о том, что она собирается делать. Юль, привет! Привет! Спасибо, что согласилась принять участие в моих съемках. Тебе спасибо. Юлечка, скажи, пожалуйста, сколько времени ты уже работаешь после карантина? Ну, да. Уже пятая неделя. Пятая неделя. И скажи, вот нас, когда вам, вернее, когда разрешили работать парикмахерским, наверное, все кинулись сразу, да, после карантина, приводить себя в порядок, да? Да, все звонили, даже домой, я еще дома была. И много людей было? Сначала было много, очень много. А сейчас, вот сейчас уже пятая неделя карантина, как а сейчас? А вот уже пятая неделя чувствуется, что уже все... Да. Ну да, как бы намного меньше. Меньше стало, да? Да. А скажи мне, вот ты же работаешь в таком густонаселенном районе, да, высотные дома, вот у тебя здесь много людей живет, и как, и что? И клиенты же постоянные, да? Ну да, клиенты постоянные, но даже несмотря на это... Все равно чувствуется, что надо как-то что-то делать, да? Что-то делать, продвигать себя по новому. А скажи мне, сколько ты работаешь вот именно в этом салоне, на этом месте? Шесть лет. Шесть лет, да? Достаточно, как бы, прилично. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, у тебя есть какие-то мысли по поводу того, что делать, как из этой ситуации выходить, как новых клиентов заманивать? Что ты собираешься делать вообще? Ну, во-первых, я хочу обратиться к профессионалам. Профессионалов каким? В сфере, чтобы меня продвинули. В соцсетях? В соцсетях обязательно, потому что я никогда, даже так не работала. Ты не использовала соцсети? Нет. У тебя были клиенты, которые здесь... Да, но я хочу расширяться, знаешь, чтобы взять девочку маникюр, реснички, депиляцион. В общем, ты помимо продвижения в соцсетях еще хочешь расширить обязательно. Спектр, да? Но обязательно. В общем, у тебя есть вакансии? Конечно. Девочки, имейте в виду, я все контакты, как связаться с Юлей, оставлю внизу под видео. И если кому-то нужна работа, звоните, обращайтесь и обговаривайте тонкости, нюансы. Юль, скажи мне, пожалуйста, на какую ты хочешь аудиторию? На испанскую, на нашу? Ну, испанскую, потому что наши все, кто меня знает... Ну да, за 6 лет, наверное. Да, и знаешь, как бы общение, телефон мой кто-то кому-то даст, как бы нет. Сарафанное радио. Да. А вот с испанцами, да, как бы. А испанцы, получается, у тебя те, кто здесь живет, но ты теперь через соцсети хочешь найти. Все, что здесь живут, все меня знают, все их не родственники, все. Ну, как бы сама понимаешь. Да. Надо немножко. Ясно. И через интернет хочу привлечь новых клиентов. Не те, что здесь живут в районе. Знаешь, одни и те же самые лица. Ну, как бы надо продвигаться по-другому. Более таких прогрессивных, которые пользуются. Ну, конечно, да. Все сейчас пользуются. Я как-то по старинке пользовалась тем, что было. Ну, хорошо. Будем стараться. Что-нибудь сделаем. Да, я надеюсь, что наше совместное творчество даст желаемые результаты. Обязательно. А с вами, друзья, я хочу попрощаться. Сказать вам еще раз, что у Юли есть вакансии, обращайтесь за всеми нюансами, подробностями. И все, подписывайтесь на канал, удачи вам, чтобы ваш бизнес процветал, несмотря на карантин. И главное, не засиживаться на месте, искать какие-то новые способы продвижения. И adios. Пока. Спасибо. We'll be right back.